Открытие акции «Георгиевская ленточка» прошло на Скорбящинском мемориальном комплексе. Сотни рязанцев во главе с ветеранами Великой Отечественной войны, региональными руководителями и волонтерами пришли к Огню Победы, чтобы почтить память героев, павших за Родину, и возложить цветы. Эта ленточка – символ мужества, символ патриотизма, символ победы. И мы должны беречь ее, так же, как мы ценим наш День Победы. Дорогие ребята, мне пришлось 17-летним мальчишкам идти на фронт защищать нашу Родину. Мы воевали не ради славы, а ради жизни на земле. Наша победа – это вы! Наши вот внуки. Открытие акции дало старт мероприятиям, посвященным Дню Победы. С этого момента по всей стране начнутся традиционные памятные акции, встречи, фронтовые поляны и другие праздничные события. В эти дни георгиевская ленточка будет символом нашего единения, будет символом вечной памяти о павших героях в годы Великой Отечественной войны. В дни проведения акции «Георгиевская ленточка» миллионы людей в Российской Федерации и еще более чем 70 стран мира прикрепляют полосатую ленточку – символ военной славы – к одежде, демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу. Волонтеры Победы организовывают пункты распространения георгиевских ленточек в городах России, а также памятки о ее правильном использовании. Акцию «Георгиевская ленточка» проводят с 2005 года, и с каждым разом она приобретает все больше. Больший масштаб.